Конфеты или жизнь, ребята? Как вы знаете, у нас Хэллоуин скоро, а в Брукхейвене он уже. Это означает, что сегодня я хочу поиграть в Хэллоуин. Ну, точнее, не поиграть в Хэллоуин, а как это называется? Конфеты или жизнь, ребята? Да, конфеты или жизнь — это когда Хэллоуин. Так отмечает праздник 31 октября. Дети ходят вот с такими штучками в страшных костюмах. Вот с такими штуками в страшных костюмах. И говорят... Trick or treat. Да, что переводится как, ну, конфета или шалость какая-то, да? Или прикол какой-то. Поэтому, если они не хотят, чтобы какой-то, ну, они ходят так по домам. Если они не хотят владельцы домов, чтобы там дом спалили или еще что-то, они конфеты дают, вы поняли? Trick-or-treat. Ага, прикиньте. И вот так вот ходят они вместе, ну, кто-то один, кто-то с кем-то. И давайте, ребята, мы... Для начала переоденемся в кого-то очень страшного и будем ходить и просить конфеты. Кого бы переодеться-то? Давайте сейчас будем смотреть. Естественно, убираем корону. Я вроде как знаю, в кого можно переодеться. В очень страшную штуку какую-то. Что мы сделаем? Давайте мы уберем вот это вот все. Давайте сделаем какое-то страшное... О, давайте в зомби переоденемся. Это самое легкое, что можно сделать, поэтому это будет вообще прикол. Так, делаем все вот таким... костюмчик делаем, давайте вот такие. Стоп, где он? А, вот он, вот такой вот костюмчик делаем. Прекрасно, смотрите, я лучший зомби просто, которого можно представить. И я не знаю, есть тут работа или нет. Давайте сейчас посмотрим, работа хэллоуинская или как-то так она называется. Но вроде здесь я ничего такого не вижу. Окей, тогда просто будем вот так вот ходить и забирать. Но для начала... О, смотрите, ребята, это просто прикол, прикол. Так, давайте будем сейчас ходить и собирать конфеты. Я понятия не имею, как это может работать, как мне должны конфеты дать, но давайте сейчас посмотрим, как будут реагировать на меня остальные. Итак, ребята, давайте ходим. Посмотрите, тут просто народу капец, куча. Давай сейчас будем ходить. Тихо. Я не знаю, что это дом. Тихо. Тихо. Давай, конфет у меня, давай. Тихо, тихо. Давай. Слушайте, мне нравится. Смотрите, видите, тут написано trick or treat. Типа, treat, вот, она давай, 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 давай. Сейчас она мне даст. То есть, а вы должны выбирать, да, если вы хозяин дома. Come. О, пошлите. Вампир, Дракула, смотрите, я... Надеюсь, она меня не сожрет. Офигеть. Так, я надеюсь, что она меня не сожрет. Сейчас она мне даст вкусняшку... Тут к вам кто-то еще. О, смотрите, смотрите, мне получилось. Офигеть, слушайте, первый раз. Мне нравится, мне нравится. Прикол. Идем дальше. Идем дальше, ребята. Это прям вообще суперски. Напоминаю, мои хорошие, что у меня есть телеграм-канал, где вы можете со мной пообщаться, посмотреть, как я живу, и похохотать со всяких мемов, которые я туда публикую. В описании будет ссылочка, либо в закрепленном комментарии будет ссылочка. Обязательно подписывайтесь, я буду рад каждому подписчику. Можете даже видео на паузу поставить и сделать это. Это очень важно, ребят, поэтому я вас там всех жду. Итак, следующий... О, нет, это агентство. Так, следующий дом, ребята. Следующий. О, это, ребята, мой подписчик из предыдущего видео. Отлично. Пошли собирать конфеты. О, зомби, да. Пошли собирать конфеты, дружище. Офигеть, я не буду пока еще ничего ему писать. Не хочу с ним диалог вести, потому что сейчас будет балабольство какое-то. Так, давайте кому-нибудь еще в гости зайдем. Так, смотри. А, я забыл спасибо Дракуле сказать. Черт, давайте вернемся, скажем спасибо. Ну что, я какой-то... какой-то этот. А ну-ка, подождите, давай сейчас напишем. Тихо. Я английский знаю. Тихо, во, вот так вот, я забыл поблагодарить. О, все, она пишет хай, зачем ты хай пишешь? Она с призраками что ли разговаривает? Капец, она походу реально с призраками разговаривает, она кому-то вообще в пустое место привет сказала. Ой-ой, ребята, это прям вообще жестко. Так, давай еще кому-то зайдем, тут опять тот же дом. Но я никого не вижу. Ну, раз никого и нет, значит можно зайти. О, нет, это полиция, а нет, это не полиция, все нормально. Раз никого нет, ребята, то я сам заберу себе что-нибудь. Да, я ничего забрать не могу. А, ладно, вот может быть отсюда пиццу я смогу достать. А, ну-ка, подожди, давайте вот эту пиццу заберем. Да, ребята, смотрите, смотрите, пицца у меня отлично. Мне нравится, как это все происходит, мне нравится. Так, следующая моя жертва. Кто же будет следующей моей жертвой? Может быть вот это принцесс? А ну-ка, сейчас мы узнаем. Правда, тут... Ничего не видно, она забаррикадировалась. Это значит, что человек очень страшный. А ну-ка. Что же там происходит у нее? Интересно, она дома или нет?
Алло, выходите. Шалость или гадость? Или и то, шалость или гадость? Что это, в принципе, одно и то же? Конфеты или шалость? Во. Никого дома нет. Это довольно неплохой знак. Алло. Алло. Тихо, давайте. Выходи. Походу, никого дома нет. Это, ребят, очень хорошо, потому что можно забрать конфеты самому и сколько хочешь. Угу. Никогда не делайте так, ребята, в реальной жизни. Но мы это сделаем. Тихо. Спокойно, пока. Никого нет. Должны сейчас за вами все забрать. Так, все розовое. У него по-любому есть конфеты. Так, где у него могут быть конфеты? Может быть, наверху где-то? А ну-ка, ну-ка. О, она тут кроликов смотрела. Запрещенные кроличьи видео. Ладно, ладно. Экс. Реально никого дома нет. Это значит, что я могу себе забрать что-нибудь. Погнали с холодильника что-нибудь у нее стейбзим. Я думаю, что это будет весело. Стейбзить, ребята, удалось только курицу с соусом. Больше у меня ничего не удалось. Так, теперь нужно как-то беспалевно отсюда свалить. Тихо. Давайте отсюда свалим. О, кто-то пришел, кто-то тоже ходит с конфеты забирает, тихо. Опа, вылазим отсюда. Все, ребята, смотрите, мы стыбзили тарелку курицы. Это тоже как конфетка, тоже, ну, не как конфетка, конечно, но тоже сойдет, почему бы и нет. Так, следующая жертва. Куда мы не пойти, кого бы забрать? Хотя мне только один человек как бы что-то дал, но ладно, ладно. Давайте, давайте обойдем следующие дома. К сожалению, в предыдущем видео меня забанил сосед, пытался меня убить. Вот, так что вот это такая вот беда. Если что, вы не видели, обязательно посмотрите, ребята. Меня реально хотел убить сосед. О, посмотрите, что тут. Здесь куча могил, но меня сюда не пустят. О, офигеть, вот эта тачка. Тачка опасная. Что, больше некому и пойти? Давайте, ребята, будем смотреть. По-любому здесь есть еще кто-то. Кто может мне дать... что-нибудь вкусненькое. Ребята, тут очень-очень серьезная вещь. Тут, смотрите, золотая ранчо, нутеллы. Это означает, что у тебя точно что-то есть. Тихо. Давай, я надеюсь... Дай мне, пожалуйста, нутелла. Дай мне нутеллы, пожалуйста. Давай-давай, я вот здесь. Он так смотрит на меня подозрительно. Надеюсь, ты меня не сожрешь, реально нутеллы. Дробовик, быстрее свариваем. Он явно не настроен на то, чтобы конфеты раздавать. Охренеть, это что сейчас было? Ну хорошо, хорошо. Я не люблю, когда со мной так разговаривают, поэтому я буду действовать решительно. Если ты такой охеревший, я тебе покажу, каково быть реально охеревшим. Поэтому давайте, сейчас я тебя накажу. Ты думаешь, ты такой умный, да? Хотел меня тут это угрожать? Я тебя сейчас найду, ты понял меня? Я тебя сейчас найду. Экс, погнали, ребята, мы сейчас его быстренько-быстренько, мы его сейчас ограбим. Ограбим, заберу у него все конфеты. Нутеллас Хаус, посмотрите, он правда Хаус неправильно писал. Но он такой хитрый, да, хотел меня развести, да, хотел меня убить, да я тебя сейчас сам это разведу и заберу всю твою нутеллу, которая у тебя есть, ты понял меня? Так, давайте забираемся наверх. Ну, тихо, спокойно, моя жопа слишком большая, забраться не могу. Куда бы тебя... Тихо. Знаю, как можно поступить. Так, его нет. Опа. Тихо. Спокойно. Сейчас мы быстренько заберемся, значит, на самый верх к нему. Убедимся. Тихо. Надеюсь, он меня не заметил. Тихо, он деньги достает. Достает деньги. Ждем, когда у него... Он меня, походу, заметил. Он меня, походу, заметил, тихо. Или не заметил. Давайте, ребята, аккуратненько. Тихо, спокойно, спокойно, не падай ты, не падай. О, он ушел. Так, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай. Опа, хорошо. Ой-ой-ой. Так, забираем, забираем бабки. Забираем бабки, отлично. Сваливаем. Сваливаем быстрее.
скотина, ты понял? Как сам... Да что, я перепутал кнопки, помогите быстрее. Так, тихо, тихо, сюда, 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 сюда ставим. Так, мы его ограбили, мы его ограбили. Опа, тихо. Тихо, спокойно, вот так вот. Быстрее, мне нужно отсюда выйти. О, отлично, отлично. Так, давайте мы ему сейчас взорвем нахер здесь все, чтобы он знал, как, каково это иметь дело со мной, вонючий ты крот. Сейчас я тебя найду. Так, вот, оп, оп, и би-бу-бу. Вот так вот, все, забираем бабки. Так, взломать, кстати, нельзя, ну ладно. Быстрее! Сваливаем! Сваливаем скорее! Понял? Вот так вот будешь на меня целиться, говно ты? Я на тебя сам прицелюсь, ты понял меня?